Что там, Афина? Что там? Снег там, да? Снег там нападало. Пойду посмотрю, что там. Сколько там снега нападало. Вот так вот. Хотите верьте, хотите нет. Была весна, пришла зима. И при этом растаяла вода. Опять я вся в сугробах здесь иду. Представляете, вода растаяла, чайки прилетели. Сегодня целый день летали чайки у нас здесь. И на самом деле это, конечно, редкое явление, когда уже в один день и весь лед на канале растаял. Сейчас была очень сильнейшая метель. Она длилась, наверное, целый час точно. Сегодня весь день шел. Сначала град, потом снег, крупные хлопья даже. Но и при этом вот растаяла вода. На самом деле это уникальное природное явление, потому что бывает такое редко, когда и снег, и вода. Это видео как маленький такой релакс записываю. Я убрала все свои игрушки. Холодно. Было плюс 20 почти 1 апреля, а сегодня минус 4. Если прислушаться, то видно, как там чайки кричат. Все камни опять у меня замело снегом. Все цветы в снегу, елочки в снегу. Я начинаю замерзать. Красиво по-зимнему. Но хочется уже весны, конечно. Особенно, когда она уже была. Все, засняла на память, какое было у нас 3 апреля. Людей никого. Классно.